Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем вечер поэзии Евгении Евтушенко. Я вижу в глазах некоторых из вас такие улыбки при виде моей прически призывника. Вот я приехал сюда прямо со съемок из Калуги, где снимаю сейчас в роли Циолковского. Что поделаешь, обрили. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами пройти взглядом по моей, уже, к сожалению, 27-летней работе в поэзии. Хотелось бы почитать совсем разные стихи. Честно говоря, у меня даже нет какой-то определенной, строго выстроенной программы. И не бойтесь, пожалуйста, что все это я собираюсь сегодня обрушивать на ваши ни в чем не повинные головы. Мне хотелось бы почитать стихи разного характера. Дело в том, что некоторые читатели больше любят мои стихи о любви, стихи интимного плана. Другим, наоборот, нравится моя публицистика. Внутри моей души интимная лирика и публицистика никогда не ссорились. И не случайно я одну из своих книг, где были только публицистические стихи, назвал «Интимная лирика». Видимо, в детстве человек воспринимает все свежее, острее, промытие, что ли. То, что случается с человеком в детстве, закладывает в нем основу его характера. Поэтому мне хотелось начать вам это чтение с моих стихов о моей родине, станции «Зима», о моем детстве. Отрывок из поэмы «Станция «Зима» по ягодам». Две женщины и три девчонки куцых, да я. Летел набитый сеном кузов среди полей шумящих широко, и, глядя на мелькание косилок, коней, колосьев, кепок и косынок, мы доставали булки из корзин и пили молодое молоко. Мальчишки у ручья швыряли камни, и солнце распалившееся жгло, но облака накапливали капли, ворочались, дышали тяжело. Все становилось мглистей, молчаливей, уже в стога народ колхозный лес, и без оглядки мы влетели в ливень и вместе с ним и с молниями в лес. Весь кузов перестраивая с толком, мы разгребали сено вороха и укрывались. Не укрылась только попутчица одна, лет 40. Она сидела целый день устала, молчала нелюдимо за едой, и вдруг сейчас приподнялась и встала, и стала молодою, молодой. Она сняла с волос платочек
белый, какой-то шалой лихости полна, и повела плечами, и запела веселая и мокрая она. Густым лесом босоногая девчоночка идет, мелкую ягоду не трогает, крупную ягоду берет. Она стояла с гордой головою, и все вперед, и сердце, и глаза, а по лицу хлестанье мокрой хвои, и на ресницах слезы и гроза. Чего ты там простудишься, дурила, ее тянула тетя, теребя, но всю себя дождю она дарила, и дождь за это ей дарил себя. Казалось мне, нет ничего на свете, лишь этот в мокром кузове полет, нет ничего, лишь бьет навстречу ветер, и ливень льет, и женщина поет. Мы ночевать устроились в амбаре, амбар был низкий, душно пахло в нем овчиною, сушеными грибами, моченой брусникой и зерном. Листом зеленым веники дышали в скольжении лучей темноты огромными летучими мышами. Под потолком чернели хомуты. Мне не спалось, едва белели лица, и женский шепот слышался во мгле, я вслушался в него. Ах, Лиза, Лиза, ты не знаешь, как живется мне. Ну, фикусы у нас, ну, печь голландка, ну, цинковая крыша хороша, все выскоблено, вычищено, гладко. Есть дети, муж, но есть еще душа, а в ней какой-то холод, лютый холод. Вот, говорит мне мать, чем плох твой Петр? Он бить не бьет, на сторону не ходит, конечно, пьет. А кто сейчас не пьет? Ах, Лиза, вот придет он пьяный ночью, рычит, неужто я ему навек? И грубо повернет, и молча, молча, как будто вовсе я не человек. Я раньше, помню, плакала бессонно, теперь вот научилась засыпать. Какой я стала, все дают мне 40, а мне ведь, Лиза, только 35. Как дальше буду? Больше нету силы. Ах, если бы у меня любимый был, уж как бы я тогда за ним ходила. Пускай бы бил, мне только бы любил. Стих разговор, донесся скрип колодца и плавно смолк. Все улеглось в селе, и только сыто чавкали колеса по втулку в нашем горьком киселе. Да это ведь она сквозь дождь и ветер летела с песней жаркой и простой. И я ей завидовал, и я верил раздольной незадумчивости той. Но помню я отныне и навеки, как сквозь тайгу летел наш грузовик, разбрызгивая грязь, сшибая ветки, весь в белом блеске молний грозовых. И пела женщина, и струйки пенясь, по скользкому стеклу стекали в кость. И я хочу, чтобы и мне так пелось, как
трудно бы мне в жизни не жилось, чтоб шел по свету с гордой головою, чтоб все вперед и сердце, и глаза, а по лицу хлестанье мокрой хвои. И на ресницах слезы и гроза. Спасибо. О, свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют. Дорогой зимней, снежную, сквозь ветер бьющий зло, лечу на свадьбу спешную в соседнее село. Походочкой расслабленной, с щелочкой на лбу, вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу. Наряженный, взволнованный, среди друзей, родных, сидит мобилизованный, растерянный жених. Сидит с невестой, верою, а через пару дней шинель наденет серую, на фронт поедет в ней, землей чужой, неместную, с винтовкою пойдет, под пулею немецкую, где надо, упадет. В стакане брага пенная, но пить ему не вмочь, быть может, ночь их первая, последняя их ночь. Глядит он опечаленно и болью всей души мне через стол отчаянно: а ну давай, пляши! Забыли все о выпитом, все смотрят на меня, и вот иду я с вывертом под ковками звеня, то выдам дробь, то по полу носки проволоку, свищу, в ладоши хлопаю, взлетаю к потолку. Летят по стенам лозунги, что Гитлеру капут, слезоньки горючие текут. Уже я измочаленный, уже едва дышу. Пляши! Кричат отчаянно, и я опять пляшу. Ступни как деревянные, когда вернусь домой. Но снова и свадьбы пьяные являются за мной. Едва отпущен матерью, на свадьбы вновь гляжу. И вновь у самой скатерти присядочку хожу. Невесте горько плачется, стоят в слезах друзья. Мне страшно. Мне не пляшется, но не плясать нельзя. Ну, давайте посмотрим запись. Как вы относитесь к известности? Спокойно. Ваш взгляд на современную молодую поэзию. Не хотелось бы мне отвечать на этот вопрос, не хотелось бы, чтобы он был задан. Но придется, раз уж я прочитал эту записку. Средний уровень стихов, технический уровень стихов, вырос. А вот духовный уровень упал. Когда входила совсем еще молодая 16-летняя поэт Белла Ахмадулина,
в нашу поэзию, то в ней уже чувствовался сильный характер, неповторимый ее почерк, ее личное клеймо. То же самое было с Вознесенским. Сейчас молодые поэты, входя в литературу, пишут каким-то усредненным, среднеарифметическим стилем, а при этом среднеарифметизме высшей математики поэзии не может получиться. Поэт немыслим без сильной личности, живущей внутри поэта, без характера, без того, когда мы понимаем, что за человек стоит перед нами, с какими надеждами, стремлениями, идеалами, чего он хочет на земле, что он любит на земле, что он будет отстаивать до конца, что он ненавидит, презирает, с чем он будет бороться. Но я уверен, что наша земля, где всегда слово «поэт» звучало на очень большой высоте, обязательно родит и очень скоро родит настоящих, больших и талантливых поэтов. Не достает какого-то, я бы сказал, у молодых поэтов задора, умения, входя в жизнь, крепко стукнуть кулаком по столу. Не попусту, конечно, стукнуть ради того, чтобы тебя просто заметили и услышали, а крепко стукнуть кулаком по делу. Ну вот. Окно выходит в белые деревья. Профессор долго смотрит на деревья. Он очень долго смотрит на деревья и очень долго мел крошит в руке. Ведь это просто правила деления, а он забыл их, правила деления. Забыл, представьте, правила деления. Ошибка, да, ошибка на доске. Мы все сидим сегодня по-другому, и слушаем, и смотрим по-другому. Да и нельзя сейчас не по-другому, и нам подсказка в этом не нужна. Ушла жена профессора из дома. Не знаем мы, куда ушла из дома. Не знаем, от чего ушла из дома. А знаем только, что ушла она. В костюме не модном и не новом, как и всегда, не модном и не новом. Да, как всегда, не модным и не новым спускается профессор в гардероб. Он долго по карманам ищет номер. Ну что такое? Где же этот номер? А может быть, не брал у вас я номер? Куда он делся? Трет рукой лоб. Ах, вот он. Что ж, как видно, я старею. Не спорь, тетя Маша, я старею. Что ж тут поделаешь? Старею. Мы слышим, дверь внизу скрипит за ним. Окно выходит в белые деревья, в большие и красивые деревья. Но мы сейчас глядим не на деревья, мы молча на профессора глядим. Уходит он сутулый, неумелый, какой-то беззащитно неумелый. Я бы сказал, устало неумелый, под снегом мягко падающим тих. Уже и сам он, как деревья, белый. Да, как деревья, совершенно белый. Еще немного,
и настолько белый, что среди них его не разглядишь. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, и оба мучаемся с ним. Со мной вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, но будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных, недужных, ненужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединен. И разобщенность близких душ. Со мной сейчас произошла какая-то странная вещь. Я вот отругал сначала молодых поэтов и читал вам стихи. А вот какая-то часть моей души вот жила мыслью, не совпадавшей. Ну что ж я их так жестоко обидел? Ну, может, это им полезно будет. Но я все-таки хотел бы вам сказать, что есть молодые поэты, на которых я надеюсь. В частности, я хотел бы назвать еще мало кому известную поэта Марину Кудимову из Тамбова. И недавно я прочитал еще в рукописи поэму молодого поэта Александра Щуплова, которая будет напечатана в «Новом мире». Очень интересная поэма. И вообще, конечно, русская поэзия не может как-то так пропасть, уйти, как в песок. Она где-то бродит, ищет себе путей выхода. И в конце концов, может быть, то, что я отзываюсь о ней сейчас так, может быть, слишком придирчиво и строго, может быть, объясняется моим незнанием каких-то уже реально существующих молодых поэтов. В таком случае я буду счастлив моим временным незнанием. И я хотел бы вам прочитать одно свое старое стихотворение, как раз об ожидании этого нового, замечательного мальчика или юноши, который придет когда-нибудь
и скажет все те новые сильные слова, так необходимые нашей Родине, всему человечеству. Завидую я этого секрета, не раскрывал я раньше никому. Я знаю, что живет мальчишка где-то, и очень я завидую ему. Завидую тому, как он смеется. Я так смеяться в детстве не умел. Завидую тому, как он дерется. Я не был так бесхитростен и смел. Он вечно ходит в ссадинах и шишках. Я был всегда причесанней, целей. Это теперь смешно звучит. Все те места, что пропускал я в книжках, он не пропустит. Он и тут сильней. Он будет честен жесткой прямотою, злу не прощая за его добро. И там, где я перо бросал, не стоит. Он скажет, стоит, и возьмет перо. Он, если не развяжет, так разрубит, где я не развяжу, не разрублю. Он, если уж полюбит, не разлюбит, а я и полюблю, да разлюблю. Я скрою зависть, буду улыбаться. Я притворюсь, как будто я простак. Кому-то же ведь надо ошибаться. Кому-то же ведь надо жить не так. Но сколько б не внушал себе это, твердя, судьба у каждого своя. Я знаю, что живет мальчишка где-то. И он добьется большего, чем я. Вот тоже стихотворение того периода. Карьера. Твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей. Но как показывает время, кто неразумней, тот умней. Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. За осознание планеты шел Галилей один на риск, и стал великим он. Вот это я понимаю, карьерист. Итак, да здравствует карьера, когда карьера такова, как у Шекспира и Пастера, Ньютона и Толстого. Льва. Зачем их грязью покрывали? Талант, талант, как ни клейми, забыты те, кто проклинали, но помнят тех, кого кляли. Все те, кто рвались в стратосферу, врачи, что гибли от холер, вот эти делали карьеру. Я с их карьер беру пример. Я верю в их святую веру. Их вера – мужество мое. Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее.
Я как поезд, что мечется, столько уж лет между городом «да» и городом «нет». Мои нервы натянуты, как провода, между городом «нет» и городом «да». Все мертво, все запугано, в городе «нет». Он похож на обитый тоской кабинет. В нем насупился замкнуто каждый предмет, и глядит подозрительно каждый портрет. По утрам натирают в нем желчью паркет, в нем диваны из фальши, в нем стены из бед. Черта с два, в нем получишь ты добрый совет, или, скажем, привет, или белый букет. Пишешь, машинки стучат под копирку ответ. Нет, 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 нет. А когда совершенно погасится свет, начинает в нем призраки мрачный балет. Черт с два, хоть подохни, достанешь билет, чтоб уехать из черного города нет. Ну а в городе да, жизнь как песня дрозда. Этот город без стен, он подобие гнезда. С неба просится в руки любая звезда, и сорвать себя просит дразня резида, и мыча молоко предлагают стада, просят губы любые твоих без стыда, бормоча еле слышно, а все ерунда, и ни в ком подозрения нет ни следа, и куда ты захочешь мгновенно туда, унесут поезда, самолеты, суда, и журча, как года, чуть лепечет вода. Да-да-да, да-да-да, да-да-да. Только скучно, по правде сказать иногда, что дается мне столько совсем без труда в разноцветно светящемся городе, да. Пусть уже лучше мечусь до конца моих лет между городом «да» и городом «нет». Пусть уж нервы натянуты, как провода, между городом «нет» и городом «да». Чем вас привлекает образ Циолковского? Спасибо. Умением сконцентрироваться на главном. Это не всем из нас удается. Загляните в собственные души и поймете, что это так. Это не означает вовсе, что Циолковским был неземным человеком, отрешенных от земных забот. Его жизнь тоже бивала и трепала хорошенько. Но, понимаете, вот этот взгляд его из жизни, но и поверх жизни, и сквозь жизнь, это настоящее качество, которое должно быть присуще любому истинному человеку. Вообще я считаю, что Сомерсет Маэм был прав, когда он когда-то написал: гений, а вот что такое нормальный человек, а все остальное отклонение от нормы. За это я люблю Циолковского. Так, ну тут просьбы прочитать разные. Евгений Александрович, кто из поэтов 19 столетия вам особенно близок и почему? Ну, мне близок из 19 столетия Пушкин, но как-то я его не могу отнести к этому одному столетию. Это мой самый любимый поэт и самый любимый человек. Ага, вот такая записка. Не противоречат ли некоторые ваши поступки той морали, которую вы проповедуете в своих произведениях? Конечно, к сожалению, иногда мои поступки этому
противоречит. И это меня не красит, как любого человека, и как, наверное, автора этой записки, который, проповедуя мне высокую мораль, тоже совершает поступки, которые не красят его. Как вы представляете себе место поэта в современных условиях? Ну, что вы имеете под так сказать, выражением «современные условия»? Телевизор, что ли, холодильник, автомашину, венгерский торшер и так далее. Вы знаете, я место поэта, оно, по-моему, в современных условиях ничем не отличается от того места, которое настоящий поэт всегда занимал в любое время. Это место совести. Вот. И только еще значение поэта сегодня увеличилось. Потому что сегодня, если поэт раньше мог быть только принадлежностью настоящей большой, только принадлежностью одной нации и не мог выйти далеко за ее пределы сразу при жизни, сегодня это уже возможно. Поэтому мне, я вам скажу так, что мне одинаково антипатичны и поэты-почвенники, и поэты, которые разыгрывают из себя так называемых граждан мира. Я считаю, что у поэта должно быть реальное ощущение собственной страны и реальное ощущение всего человечества в целом. А уже пора даже и ощущать всю Вселенную в целом, как это умел ощущать Циолковский. То есть роль и значение поэтического слова возрастает. Я вам почитаю сейчас другие стихи. Погребли под записками. С вашего разрешения я сниму пиджак. Я бы хотел вам прочесть отрывок из поэмы, который занимает какое-то особое место в моей жизни. Это поэма «Братская ГЭС». Это был тяжелый камень, эта поэма. Меня упрекали некоторые критики в том, что я поставил перед собой в этой поэме задачи, которые нельзя разрешить. Честное слово, я горд этим. Потому что ставить перед собой задачи, которые легко разрешить, и даже, может быть, возможно разрешить, это не так интересно. Камень я этот от земли оторвал, все-таки, может быть, не поднял над головой, не выжил на руках, лицо исказилось, некрасивым был момент, может быть, кому-то показалось даже и неприятным, страшное напряжение в руках от тяжести этих исторических глыб. Я надорвался до этой поэмы. Что-то в ней получилось, что-то не получилось. Но за то, что ее было мне так тяжело писать, я ее особенно люблю. Я вам прочту главу из этой поэмы. «Казнь Степана Разина». Как во стольной Москве белокаменной вор по улице бежит с булкой маковой, не страшит его сегодня самосуд, не до булок Стеньку Разина везут. Царь бутылочку Мальвазии выдаивает, перед зеркалом свейским прыщ выдавливает, примеряет новый перстень изумруд, и на площадь Стеньку Разина везут. Как за бочкой бокастой бочоночек, за боярни катит бочоночек, леденец зубенки весело грызут, нынче праздник, Стеньку Разина
везут, прет купец, треща с гороха, мчатся вскачь два скомороха, семенит ярышка плут, Стеньку Разина везут, в струпьях все едва живые, старцы с вервием навы, что-то шамкая ползут, Стеньку Разина везут. И срамные девки тоже под хмеляком скачив с рогожей, огурцом намазав рожей, шпарят рысью в ляжках зуд. Стеньку Разина везут. И под визг стрелецких жен, под плевки со всех сторон, на расхристанной телеге плыл в рубахе белой он. Он молчал, не утирался, весь оплеванный толпой, только горько усмехался, усмехался над собой. Стенька, Стенька, ты как ветка, потерявшая листву, как в Москву хотел ты въехать, вот и въехал ты в Москву. Ладно, плюете, 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 все же радость задарма, вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра. А добра мне так хотелось на персидских берегах, и тогда, когда летелось вдоль по Волге на стругах, что я ведал, чьи-то очи, саблю, парус да седло. Я был в грамоте не очень, может, это подвело. Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы, приговаривал ретив, супротив народу вздумал. Будешь знать, как супротив. Я держался, глаз не прятал, кровью харкал я ответ. Супротив боярства. Правда. Супротив народа. Нет. От себя не отрекаюсь, выбрав сам себе удел. Перед вами, люди, каюсь, но не в том, что дьяк хотел. Голова моя повинна, вижу, сам себя казня, я был против половинно. Надо было до конца! Нет, не тем я, люди, грешен, что бояр на башнях вешал. Грешен я в глазах моих тем, что мало вешал их. Грешен тем, что в мире злобства был я добрый остолоп. Грешен тем, что враг холопства, сам я малость был холоп. Грешен тем, что драться думал за хорошего царя. Нет царей хороших, дурень, Стень. Гибнешь ты зазря. Над Москвой колокола гудут,
к месту лобному Стеньку ведут. Перед Стенькой на ветру палаща бьется кожаный передник палача, а в руках у палача над толпой голубой топор, как Волга голубой, и плывут, серебрясь по топору, струги, струги, словно чайки поутру. И сквозь рыло ряжки, хари, целовальников менял, словно блики среди хмари, Стенька лица увидал. Были в лицах дали высь, а в глазах угрюмо вольных, словно в малых тайных Волгах, струги Стенькины неслись. Стоит все терпеть бесслезно, быть на дыбе колесе, если рано или поздно простают лица грозно у безликих на лице. И спокойно, не зазря он, видно, жил, Стенька голову на плаху положил, подбородок в край изрубленный упер и затылком приказал: давай, топор. Покатилась голова, в крови горя, прохрипела голова. Не зазря. И от крови, и чуба тяжела, голова еще ворочалась, жила с места лобного, подмоклого, туда, где глытьба, взгляды письмами подметными швыряла голова. Суетясь, дрожащий попик подлетел, веки Стенькины закрыть он хотел, но, напружившись, по зверье страшны, оттолкнули его руку зрачки на царе от этих чертовых глаз. Зябка, шапка Мономаха затряслась, и жестоко, не скрывая торжества, над царем захохотала голова. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и без смерти не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну а кем же я был? Что я
в жизни поспешной больше жизни любил. А любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе. И когда подо льдом дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил не гладко, для России я жил. И надеждой маюсь, полный тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после меня. Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду я. Она сказала, он уже уснул, задернув полог над кроваткой сына, и верхний свет неловко погасила, и, съежившись, халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь, она шептала что-то чуть картавя, звук «Р», как виноградину катая, за белую ограду и зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою. И вдруг так огорошить мужчина в юбке, ломовая лошадь. И вот я снова женщина. Смешно. Быть благодарным — это мой был долг, ища защиту в беззащитном теле. Зарылся я, зафлаженный, как волк, в доверчивый сугроб ее постели. Но как волчонок, загнанный одна, она в слезах мне щеки обшептала. И то, что благодарна мне она, меня стыдом студенным обжигала. Небо кружить ее блокадой рифм, теряться то бледнее, то краснее. Но женщина меня благодарит за то, что я мужчина, нежен с ней. Как получиться в мире так могло, забыв про смысл ее первопричинный, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятный общество этап,
коварно подготовленные веками, мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками. О, Господи, как сгиб ее плеча мне вмялся в пальцы голодно и голо, и как глаза неведомого пола преображались в женские, крича. Потом их сумрак полузаволок, они мерцали тихими свечами. Как мало надо женщине, мой Бог, чтобы ее за женщину считали. На записки я отвечу потом. Ольховая сережка. Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь, и как нанятой жизни истолковую, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Себя не звести до пылиночки в звездной туманности. Конечно, старо, но поддельных величий умней. И нет унижения в осознанной собственной малости. Величие жизни печально осознанно в ней. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в жизни не так. И, в общем-то, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества. Тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, когда изменяемся мы. Изменяется мир, яснеет душа, переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших, прости, пойми и прости, если даже разлюбит любимая сережкой ольховой, с ладони ее отпусти. И пристани новой не верь, если станет прилипчивой призвание твое, беспричальная дальняя даль. С шурупов сорвись, если станет уж слишком привинченной, и снова отчаль, и плыви по другую печаль. Пускай говорят, ну когда он и впрямь образумится. А ты не волнуйся, всех сразу нельзя ублажить. Презренный резон, все уляжется, все образуется. Когда образуется все, то и незачем жить. И необъяснимо. Это совсем не бессмыслица. Все переоценки немало смущать не должны.
Ведь жизни цена не понизится и не повысится. Цена неизменна тому, чему нету цены. С чего это я? Да с того, что одна бестолковая кукушка-болтушка мне долгую жизнь ворожит. С чего это я? Да с того, что сережка ольховая лежит на ладони и словно живая дрожит. Когда мы от замотности, от усталости допускаем иногда по отношению друг к другу грубость, то наша замотность нас все равно не оправдывает. И мы забываем, что за нашим взаимообменом сомнительными любезностями в виде грубых, иногда просто отвратительных слов наблюдают детские глаза. А они необыкновенно восприимчивы. И это может отразиться на детях навсегда. Я вам прочту стихотворение «Нервы взрослых». Нервы, нервы, разгулялись, однако, они на Руси. Первый я, нет, я первый и в поэзии, и на стоянке такси. Словно пропасть меж людьми, даже если в притирку трещащие швы. Что вы претесь, сами претесь? Чего орете, а вы? Обалденье подкашивает людей. От галденья магазинных, автобусных, прочих очередей, добывания ордеров и путевок, бесчисленных справок, сапог на меху. Это как добивание самих же себя на бегу. Чтоб одеться красиво, надо быть начеку, надо хищно, крысино урывать по клочку. На колготки из Бельгии, на румынскую брошь наши женщины бедные чуть не с криком «Даешь!» За серванты плюгавые, за билеты в кино. Это наши Полтавы, наши Бородино. От закрута, замота, от хрустенья хребта что-то в душах замолкло. Жабы прут изо рта. Горький воздух собесов и нотариальных контор пробуждает в нас бесов, учиняющих ор. Я, измотанный в джунглях редакций, злость срываю на ком? На жене. А жена, чтобы не разрыдаться, злость, усталость срывает на мне. И дитя, к стене припадая, в страхе плачет, когда, свистя оголенными продами, нервы взрослых лучше розги для ребенка, чем драка, где дело доходит почти до когтей. Нервы взрослых, пожалейте, молю, поутихните.
Тиночки нервы детей. Евгений Александрович, не хотелось бы вам самому снять какой-либо фильм? Вы знаете, что вообще очень хочется. Один фильм. Мне бы хотелось снять фильм. Вообще я не собираюсь менять свою профессию литератора на профессию актера. Не собираюсь становиться режиссером. Но один фильм мне бы очень хотелось снять. Это фильм о сибирском детстве. Вот о том времени, о котором рассказывают такие стихи, как, скажем, «Свадьба». Мне кажется, что я что-то увидел своими детскими глазами, то, чего не увидел никто. Это было тоже для нас. Мы, конечно, тыловые мальчишки, мы не воевали на фронте, но мы тоже на своих хрупких плечишках эту войну несли. Эта тема затронута в очень интересном фильме Губенко «Подранки». Мне бы хотелось показать ее вот там, в Сибири. И мне почему-то кажется, что мне это именно хотелось бы, как бы вам сказать, восстановить, что ли, зрительно собственную память, потому что мне так хочется это восстановить и посмотреть, как это будет снова происходить. Вот это может, возможно, только в кино. Так. Есть ли у вас друзья среди поэтов? Ну что за кого уж вы меня считаете? Или вообще, или меня, или поэтов? Конечно, есть. Мы говорим очень друг с другом строго о стихах. И не всегда в литературе получается по кедринским, довольно-таки извительным, прекрасным в то же время строчкам. У поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга. Вы знаете, тут слово это не точное, у поэтов есть такой обычай. Это у тех, кто называют себя поэтами, такой обычай есть. А настоящие поэты дружить друг с другом умеют. А если ссорятся, они бывают, ну что же, они тоже люди. Потом каются об этом, но бывает, к сожалению, поздно. Кто ваш любимый писатель? Я уже сказал, Пушкин. Кто ваш любимый современный зарубежный писатель? Габриэль Гарсия Маркес. Я когда-то потрясен был его романом «Сто лет одиночества», и сейчас не думал, что лучше этого написать просто книгу он никогда не сможет. И сейчас прочел в журнале «Неман» за прошлый год, переведенный на русский язык, его новый, удивительный по силе роман «Осень патриарха», который рекомендую вам прочитать. Так, говоря о человеке и его душе, я имею в виду ваши последние стихи, где этот предмет просматривается, это человек, значит, у предмета называется, просматривается весьма отдаленно и уступает место картинкам быта, бытописательства. Вы знаете что? Да ведь вообще упрек такой, как вам сказать, основательный, и мне очень неприятный, если он справедливый. Потому что я не люблю пустое бытописательство, когда нет какой-то сверхзадачи, выходящей из него. Если у меня так иногда получается, ну что же, это я, поверьте мне, не нарочно. Но я не люблю абстрактные стихи, абстрактных людей, абстрактные разговоры о человеке вообще. Мне нравится, чтобы в стихах у человека была иногда фамилия, чтобы у него был характер, у него было лицо. И для того, чтобы человек сначала был по-настоящему живым, он уже окружить предметами. Он не может витать просто в небе, ходить под облакам. Он должен смачно хрупать редиской, чтобы быть живым человеком. И понимаете, это уже настоящий. Вот вспомните, например, Чапаева. Фильм «Чапаев». Вы помните, как, например, что происходит? Ну,
Что происходит, что делает Чапаев на экране с картошкой? Как они картофельные выстраиваются в армии? Как это замечательно? То есть быт сразу перерастает в сверхзадачу. Мне, конечно, хочется тоже писать стихи до такого уровня, как кинофильм Чапаев. Ну, слабо иногда бывает, не получается. Но это не от моего желания заслонить предметами человек. Это просто, значит, такие у меня есть неудачные стихи. Так. А кто ваши любимые современные прозаики? Кстати, когда сами вы, наконец, напишете роман? Тоже давно обещали. Ну, всех прозаиков я не могу перечислить, которые мне все нравятся, потому что довольно их много. Может быть, забуду чью-то фамилию. Ну вот скажем, вот Валентин Распутин пришел в литературу. Это уже после нашего поколения. Такого писателя талантливого из его поколения в поэзии нету, не существует. Очень хороший писатель. Я думаю, что сильная его вещь «Живи». И помни, последний срок. Я люблю рассказы Юрия Казакова. К сожалению, он очень мало пишет. Очень мне нравится ленинградский писатель Виктор Конецкий. У нас есть целый ряд писателей, которые прекрасно пишут о деревне. Очень правдиво. И есть интересные опыты в исторической романистике. Но мне кажется, что в нашей литературе сейчас есть какое-то определенное сужение зрения. Я поясню свою мысль. Литературу нашу все-таки, к сожалению, можно подразделить на деревенскую, рабочую, городскую, студенческую, школьную, даже дошкольную, военно-историческую и так далее. То есть писатели многие выбирают определенные сегменты жизни, не берут жизнь во всем ее геологическом срезе. Просто я даже не припомню, даже попытки одного такого большой настоящей попытки показать сразу действующих людей и в деревне, и города, и интеллигенцию, и студента. Такого романа нет. Между тем, все мы, несмотря на кажущуюся рассеченность нашей жизни, все мы какими-то ниточками связаны, все мы представляем собой народ, новую, сформированную в результате исторических испытаний нации. И вот этого еще никто не сделал и как-то пытаются сделать рабковато. Замах малый. Вот замахиваться нужно покрупнее. Что же касается моего собственного романа, вот я пытаюсь как раз это сделать, но не знаю, что получится. Вот пытаюсь вот как раз соединить совершенно разные аспекты жизни. Но это очень дело трудное. И после того, как я пишу, вот, например, тут я работаю сейчас в фильме как актер, я стал уважать всех артистов. Я вижу, какой-то каторжный просто труд. А проза, это же стихи, это просто развлечение по сравнению с прозой. Даже каждый когда я вижу человека, самого посредства прозаика, я уже заранее уважаю. Уважаю, хотя книг его читать не буду никогда. Но уважение к нему испытываю. Но если в нашей стране, пережившей такую страдальческую войну, одержавшую победу в ней, до сих пор еще много разных нехваток, то в одном у нас нехватки нет. Любви к нашей родине. И об этом я прочту стихотворение, которое и называется «Нехватки». Двужильность в народе,
Двужильность во мне шатает, но сила не тает. На горе и счастье я рос на войне, в стране, где всего не хватает. Бессмысленно очередь жалость чуть свет к пустой продуктовой палатке. Вздыхая, почесывал бороду дед. Где схватки с врагом, там нехватки. Бинтов не хватало тогда на войне. Сапог, самолетов, тротила. Но все же материи красной вполне на флаг над Берлином хватило. Теперь побогаче пошли времена. В России никто не голодный, но очередь каждая душит меня, изводит змеей подколодной. Теперь подавай апельсинов, джерси, все чертова прорва глотает, и стонут хозяйственники на Руси. Проклятие, всего не хватает. Заплатки у нас на штанах, на шоссе, и бродят, как будто солдатки по Волге, Печоре, Уралу, Шексне. Нехватки, нехватки, нехватки. В химсбытах, посудных и мебельных крик сжимает от горечи горло. Но если в России недосыто книг, то это и горько, и гордо. За нашей спиною пространств немота. У нас перед лицами вьюга, но нету нехватки у нас никогда в последней рубахе для друга. Такая страна. Мне не надо другой. Я болью ее не торгую. Была б она сытой и жадной коргой. Ее не любил бы такую. В ней лихо с лихвой. Принимаю лихву. В ней медленно, трудно светает. Но слов не хватает сказать, как люблю страну, где всего не хватает. А как вы представляете поэзию будущего? Вы знаете, я вот уже вам сказал, что мне, вот когда я говорил о Пушкине, я не думаю даже о поэте. Вот если думать просто вообще не о поэтах будущего, а даже просто о человеке будущего. Мне бы очень хотелось, чтобы люди будущего были похожи на Пушкина. Конечно, Пушкин сейчас, скажем, физики, астрономии, математики, если по замечательной Федоровской книге о воскрешении людей, если бы можно было воскресить Пушкина, он бы оказался наивней любого школьника, не просвещенней, а все-таки он гораздо выше, наверное, в чем-то, даже самого образованного кибернетика и физика. Значит, технический прогресс и может идти как-то боком от развития души. Вот это то, о чем нужно думать.
И мне хотелось бы, чтобы люди будущего были похожи на Пушкина именно потому, что у него было необыкновенное сочетание всех элементов, которые должны быть в настоящем человеке. Чувство красоты, красоты природы, женщины, чувство Родины, чувство человечества, гражданская страсть, ненависть к подонкам, мерзавцам, братское отношение к людям любой национальности. Кто победит у вас? Поэт, киноактер, писатель? Да? Да хорошо бы, чтобы человек победил. Какие черты вам импонируют больше всего в женском характере? Не знаю. Да, наверное, та же самая черта, которая мне нравится и в мужчинах, доброта. А сейчас бы я хотел бы прочесть вам стихотворение, которое называется «Я хотел бы». Я хотел бы родиться во всех странах, чтоб земля, как арбуз, свою тайну сама для меня разломила, всеми рыбами быть во всех океанах и собаками всеми на улицах мира. Не хочу я склоняться ни перед какими богами, не хочу я играть в православного хиппи, но хотел бы нырнуть глубоко-глубоко на Байкале, ну а вынырнуть, фыркая, где-нибудь на Миссисипи. Я хотел бы в моей ненаглядной проклятой вселенной быть репейником сирым, не то что холеным левкоем, божьей тварью любой, хоть последней паршивой гиеной, но тираном ни в коем, и кошкой тирана ни в коем. И хотел бы я быть человеком во всех ипостасях, хоть под пыткой в тюрьме, хоть бездомным в трущобах Гонконга, хоть скелетом живым в Бангладеш, хоть нищим юродивым в Лхасе, хоть в Кейптауне негром, но не в ипостаси, подонка. Я хотел бы лежать под ножами всех в мире хирургов, быть горбатым, слепым, испытать все болезни, все раны, уродства, быть обрубком войны, подбирателем грязных окурков, лишь бы внутренне пролез подловатый микроб превосходства. Не в элите хотел бы я быть, но, конечно, не в стаде трусливых, не в овчарках при стаде, не в пастрях стаду угодных. И хотел бы я счастья, но лишь не за счет несчастливых. И хотел бы свободы, но лишь не за счет несвободных. Я хотел бы любить всех на свете, женщин. И хотел бы я женщиной быть хоть однажды. Мать природа, мужчина тобой преуменьшен. Почему материнство мужчине
не дашь ты, если б торкнулось сердце внутри беспричинно, то, наверное, жесток. Так бы к женщинам не был мужчина. И я хотел бы всевременным быть, всю историю так огорошив, чтобы она обалдела, как я с ней нахальствую, распилить пугачевскую клетку в Россию проникшим гаврошем, привести Нефертити на Пущинской тройке в Михайловское. Всеязыким хотел бы я быть, словно тайные воды под почвой, все профессийным сразу. И я бы добился, чтоб один Евтушенко был просто поэт, а второй был испанский подпольщик, третий в Беркли студент, а четвертый чеканщик тбилисский, ну а пятый учитель среди эскимосских детей на Аляске, а шестой молодой президент где-то, скажем, хоть в Сьерра-Леоне, а седьмой еще только бы тряс погремушкой в коляске, а десятый, а сотый, а миллионный. Я хотел бы на всех баррикадах твоих человечества драться, к Пиренеям прижаться, Сахарой насквозь пропылиться и принять в себя веру людского великого братства, не упав до дешевого космополитства. А когда я умру нашумевшим сибирским вийоном, положите меня не в чилийскую, не в итальянскую землю, в нашу русскую землю, на тихом холме, на зеленом, где впервые себя я почувствовал всеми. Спасибо большое. Я на пароходе Фридрих Энгельс, но в голове такая ересь, мысли безбилетных толкотня. Не пойму я, слышится мне, что ли, полное смятение и боли, граждане, послушайте меня. Палуба сгибается и стонет, под гармошку палуба чарльстонит, а на баке тоненько моля пробует пробиться одичало песенки свербящие начало. Граждане, послушайте меня. Там сидит солдат на бочке таре, прислонился чубом он к гитаре, пальцами растерянно мудря, он гитару и себя изводит, а из губ мучительно исходит. Граждане, послушайте меня. Граждане не хочет его слушать. Гражданам вы выпить да откушать и сплясать, а прочее мура. Впрочем, нет, еще поспать им важно. Что он им заладил неотвязно, граждане, послушайте меня. Кто-то помидор со смаком солит, кто-то карты сальные мусолит, кто-то сапогами пол мозолит, кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любом кричала и шептала: это же начало, граждане, послушайте меня. Кто-то их порой не слушал тоже, распирая ребра и корежа, высказаться суть их не могла. И теперь, с обитой внутрь душою, слышать не хотят они чужое. Граждане, послушайте меня. Эх, солдат, на фоне бочкотара, я такой же, только без гитары. Через реки, горы и моря я бреду и руки простираю, и уже охрипший повторяю: граждане, послушайте меня. Страшно, если слушать не желают. Страшно, если слушать начинают. Вдруг вся песня, в общем-то, мелка. Вдруг в ней все ничтожно будет, кроме этого мучительного с кровью. Граждане, послушайте меня. Соленые брызги блестят на заборе, калитка уже на запоре, и море, дымясь и вздымаясь, и дамбы долбя, соленое солнце сосало в себя. Любимая, спи, мою душу не мучай, уже засыпают и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цель. И волны всем топотом, а ветви всем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча: любимая, спи. Бормочется, видно, устало ворочаться. Ты в сон завернись и окутайся им. Во сне можно делать все то, что захочется, все то, что бормочется, если не спим. Не спать бессрассудно и даже подсудно, ведь все, что подспудно, кричит в глубине. Глазам твоим трудно, в них так многолюдно, под веками легче им будет во сне. Любимая, спи. Что причина бессонницы? Ревущее море, деревьев мольба, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, спи, ничего не попишешь, но знаешь, что невинен я в этой вине. Прости меня, слышишь? Люби меня, слышишь? Хотя бы во сне, хотя бы во сне. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться, и надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться,
сорваться вдвоем. Любимая, спи, ты обид не копи. Пусть соники тихо в глазах заселяются. Так тяжко на этой земле засыпается. И все-таки слышишь, любимая, спи. И волны всем ропотом, и ветви всем шепотом, и всем своим опытом пес на цепи, а я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, любимая, спи. Считаете ли вы любую цель жизни достижимой при максимальном стремлении к ней? У Циолковского есть замечательное выражение. Все наши знания, прошлое, настоящее и будущее – ничто по сравнению с тем, чем никогда не будем знать. Эта фраза может покасаться на первый взгляд печальный. Конечно, это печально, но это и прекрасно, потому что если существует бесконечность непознанного, то это и предполагает и бесконечность познавания. Вот, и я считаю, что если человек ставит перед собой какую-то цель, я надеюсь, не аморальную, и добивается ее, то перед ним, если он настоящий человек, обязательно должна замаячить новая цель дальше. А если он остановится и, значит, так сказать, врастет своим известным местом в достигнутую им цель, то и сама его цель превратится во что-то совсем другое, что ему казалось, чем она казалась в юности, и развратит тогда человек и душу свою, и цель свою. Существует бесконечность поисков человеческой в души. Это так же, как бесконечность Вселенной, в которой столько галактик. Если бы можно было вернуть все прожитые годы, подчеркнуто все, согласились бы вы их прожить так же? Это старый вечный вопрос. Многие на него отвечают: я бы прожил так же, так сказать, заново всю свою жизнь. Я бы, но это зависит от характера человека. Зачем же проживать мою ту же самую жизнь второй раз? Это же так скучно, так неинтересно, все знаешь наперед. Я обязательно выбрал себе другую жизнь. В стихотворении «Я хотел бы» я сделал много разных предположений, как это могло бы случиться. Как вы переносите успехи других поэтов? Ну, очень хорошо, как видите, не умер, жив-здоров. Видите ли вы что-нибудь общее между вашими поездками как советского поэта за рубеж и поездками Маяковского? Ну, конечно, Маяковский подал просто нам всем пример того, как надо представлять свою родину. Безусловно, это моральный пример. Какие были ваши первые стихотворения, за которые вам не стыдно? Мои первые стихотворения, за которые мне очень стыдно, их-то я помню. А вот эти забыл. Ну вот, кажется, все записки. Зашумит ли клеверное поле
заскрипят ли сосны на ветру. Я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Но на крыше, возле водостока, встанет мальчик с голубем тугим, и пойму, что умереть жестоко и к себе, и, главное, к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода, но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. Кое-что я в жизни этой понял, значит, я недаром битым был. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Понял я, что тайно был причастен к стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он. Счастье есть порой такая тупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит горестно, потупясь, потому и видит глубоко. Счастье, словно взгляд из самолета, горе видит землю без прикрас. В счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Счастлив был я, неосторожен. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди-человеки, и стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что счастье не ищу. Мне бы только клевера сладинку на губах застывших уберечь. Мне бы только тайную слабинку. Все-таки совсем не умереть. Спасибо. Какие открытия вы пожелаете сделать в жизни всем людям вместе и каждому в отдельности? Мне очень бы хотелось, чтобы люди никогда не умирали. Я прочитаю еще две вещи. Это главу из поэмы «Казанский университет». Я много работал в архивах, когда я писал эту поэму. Думал о нашей эпохе. И еще раз задумался о том, что невозможно быть поэтом и не быть историком.
поднимется мститель суровый, и будет он нас посильней. Из революционной песни. Дворник, что за крик на улице? Снова, что ли, их пороть? До суббота Русь разгуливается. Пьянство ваше сковородь. Люди синие от стужи обнимают фонари. 40 градусов снаружи, 40 градусов внутри. Кто Россию травит? Кто Россией правит? Барыня стеклянная, водка окаянная. Мчат по пьяным рысаки. Боже, что творится? Нынче водка на Руси, как императрица и сургучный венец на головке царственной, а соленый огурец, скипетр государственный. Твои очи, Русь, поблекли, и в ослаблых пальцах дрожь. Вниз по матушке, по водке далеко не уплывешь. Если все в глазах двоится, ты вдвойне бессильна, Русь. Пьяный с пьяну не боится, а с похмелья пьяный трус. Эй, мужик, ты снова к рюмке, но когда дрожливы руки, не удержишь в них кола, не рванешь в колокола. Мало бы, али было мало порки, али та наука зря, ты в царевой монополь. Не опасен для царя. Выпьешь, царь и поп родимы, хоть целуйся с ними всласть. Ты и царь, как побратим, водку пьешь. И ты, и власть. В портерной у лысого, где птичье молочко, буфетчик, словно лисонька, вовсю вострит ушко, вас наблюдая, мальчики, папашей наречен, к доносцу материальчики вылавливает он. Суббота день хреновый, на пьянах урожай, а ежели мат крамола, всю Русь тогда сажай. На ухо у буфетчика торчком, 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 туда, где брат повешенного сидит. Еще молчком, еще он отрок отроком, с вихрастой головой, но всем угрюмым обликом взрослей, чем возраст свой. И пусть гремят отчаянно бокалами свиня крамольное молчание слышней, чем трепотня. Хмельной белоподкладочник сошел каликом под лес. Мальчик из порядочных, рванем-ка за прогресс. Буфетчик, все на ус крути, молчит, сейчас расколется, в глазах мальчишеских круги кровавые расходятся, и корчась, будто на колу, поднявшись угловато, хрипит он всем и никому. Я отомщу за брата. Нет, не лощеному хлыщу, а в дальнее куда-то. Я отомщу, я отомщу, я отомщу за брата. Учел буфетчик, записал. Теперь жандарма свистни. Всегда доносит гений сам на собственные мысли. Еще он юн и хрупковат, и за него так страшно. Еще его понятие брат сегодня просто Саша. Но высшей родственности боль пронзит неукоснимо. Ведь человеку брат любой
неправдою казнимы, и призрак страшного суда всем палачам расплата, и революция всегда по сути месть за брата. Люблю тебя, отечество мое, не просто за частушки и природу, за пушкинскую тайную свободу, за сокровенных рыцарей ее, за вечный пугачевский дух в народе, за доблестный гражданский русский стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих. И в заключение вечера я хотел бы прочитать стихотворение о самом дорогом для всех нас, о нашей Родине. Я часто спутывался с ложью, но если что-нибудь тая хранил в ладонях искру Божью, то это Родина моя. На свете все не бесконечно, от океана до ручья, но если что-то в мире вечно, то это Родина моя. Без славы жить не безнадежно, но если все-таки, друзья, жить без чего-то невозможно, то это Родина моря. Я жил с наскока и с налета, куда-то сам себя маня, но если я умру за что-то, то это Родина моя. Меня не станет, солнце встанет, и будут люди, и земля. Если кто меня вспомянет, то это Родина моя. Спасибо вам большое.